можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы. Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. Мы знаем об этом очень хорошо все. Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете. Чувствуют, как выросли цены. И нужно поддержать наших граждан. Помочь им справиться с инфляционной волной.